каждый город имеет свою картинку какую-то. Вот, и я же не бываю на улицах, не хожу по улице. Но вот когда я въезжаю, я смотрю на окрестные улицы, там дома. Очень много симпатичного, по-моему, в последние годы в Кирове. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с ролью вашего молодого губернатора, который действительно достаточно прогрессивный человек, и он, его имя на виду в России, да, все знают, кто такой Белых, все Белых. Вот. Наверное, может быть, он выбрал правильный вектор на оздоровление вот социальных каких-то программ, да, на поддержку, так сказать, здравоохранения, там, культуры, спорт очень хорош в Кирове, я знаю, это прекрасно. Вот это вот желание все-таки жить на этой земле, очень хороший край, вот это вот исконно русская земля, понимаете, Вятка, вот Вятка, это все с детства у меня, Вятка, это вообще игрушки эти вятские, эти платки, это вообще все это разноцветие, разножанровое такое все, это очень здорово. Одним словом, есть лицо у города. И мне нравится. И нравится еще и то, что народ добродушный очень такой. Искренне открытый русский народ, который я очень люблю.